Здравия желаю всем дорогим нашим жителям прославленного нашего города. Расшите отличного состава эшелона передать всем поздравления с великим праздником 76-й годовщины Победы. Огромное дань уважения отдать нашим дорогим ветеранам. Очень радостно, что в эти майские дни поезд прибыл в город Тюмень, когда наша страна празднует великий праздник Победы. Уже неоднократно эту акцию Министерство обороны, возобновив, проводит ежегодно. В данном воинском агитационном поезде есть некоторые изменения по сравнению с предыдущим годом. Рассчитано больше на подрастающее поколение. Все выставочные вагоны оборудованы специальными QR-кодами, которые можно через приложение. Все ребята знаете, как пользоваться. Все картинки оживают. Получается в онлайн-режиме ссылки, видеоролики. Есть современный военно-медицинский вагон, в котором едут представители военно-медицинской академии. Можно проходить обследование в режиме онлайн.